Неопалимая Купина. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое неопалимая Купина? Неопалимая Купина – это терновый куст, созерцаемый Моисеем близ горы Хариф в пламени огня, вызванного явлением Господа Саваофа, когда Бог возвал к Моисею из горящего куста, призвав вывести народ Израиля из Египта в обетованную землю. Также неопалимая Купина – это один из образов Пресвятой Богородицы, знаменующий собой непорочное зачатие Богоматерью Христа от Духа Святого. Быв матерью, она осталась девой. До Рождества – дева, в Рождестве – дева, по Рождестве – дева. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!